16 часов 16 мая 1972 года радиостанция «Свободная Европа» из Мюнхена передала сообщение. Военно-транспортный самолет Ан-24 морской авиации Балтфлота 3 часа назад упал на детский сад в Светлогорске. Среди погибших – дети в возрасте до 6 лет, воспитатели и экипаж самолета. Всего более 30 человек. Об этой авиакатастрофе, которая произошла в мае 1972 года, молчали 30 лет. Тогда, средь бела дня, на ведомственный детский сад в курортном Светлогорске рухнул военный самолет. Трагедия, которую сразу же засекретили. В одночасье унесла жизни 35 человек. А место, на котором стоял злополучный детский сад, за одну ночь сравняли с землей и разбили там клумбу. С вами в Техно 2, и мы вновь попытаемся реконструировать события тех лет и ответим на главный вопрос о том, как это было на самом деле. 16 мая 1972 года, около 12 часов и 30 минут, самолет Ан-24Т 263-го отдельного транспортного авиационного полка авиации Балтийского флота СССР, совершая полет с целью облета радиотехнической аппаратуры, потерпел крушение в сложных метеоусловиях, зацепив дерево. После столкновения с деревом поврежденный самолет пролетел около 200 метров и рухнул на здание детского сада в Светлогорске. В катастрофе погибли 33 человека, всего 8 членов экипажа самолета, 22 ребенка и 3 сотрудника детского сада. Первыми пострадавшими в трагедии стали две старшеклассницы Таня Ежова и Наташа Цыганкова, которые гуляли рядом с детским садом. Еще до столкновения со зданием самолет обдал их парами авиационного топлива. Девушки мгновенно загорелись, но все же им удалось выжить. Из рухнувшей машины полилось топливо, керосин загорелся, детский сад охватило пламя, а алюминий обшивки самолета пылал, как бумага. Из тех, кто находился в здании, выжили только 2 человека. Катастрофа унесла 35 жизней, погибли 6 членов экипажа самолета, 2 пассажира, 24 ребенка и 3 сотрудника детского сада. На 24 часа в курортном Светлогорске было введено чрезвычайное положение. Жителям запретили выходить из дома, отключили электричество и телефоны. Когда за несколько часов завершили работы по расчистке завалов и поиску тел погибших, место, где раньше стоял детский сад, сравняли с землей и соорудили вместо него маленький сквер. Погибших детей и воспитателей похоронили в братской могиле на кладбище, недалеко от железнодорожной станции «Светлогорск-1». Чтобы свести к нулю огласку, в день похорон отменили электрички и ограничили движение по дорогам, соединяющим Калининград со Светлогорском. Но несмотря на это, в тот день на кладбище собралось около 10 тысяч человек. На похоронах сотрудники КГБ запретили фотографировать и засвечивали пленки у тех, кто это делал. Но несколько снимков близким погибших сделать все же удалось. Уголовное дело по факту катастрофы не возбуждалось, дело рассматривалось под грифом «совершенно секретно», и его материалы так никогда и не были опубликованы. Ходило множество слухов о причинах произошедшего, жители Светлогорска винили во всем пилотов, утверждали, что экспертиза обнаружила в их крови алкоголь, и даже что летчики заметили нудистов на пляже и снизились, чтобы лучше их рассмотреть. Наиболее правдоподобным кажется предположение, что крушение произошло из-за неисправности высотомера. Накануне полета на Ан-24 установили высотомер с Ил-14, но никто не протестировал, как прибор будет работать на другом самолете. Лишь после катастрофы провели испытания, которые показали, что высотомер давал погрешность до 60-70 метров. Сейчас на месте крушения стоит возведенная в 1994 году часовенка с табличкой «Храм-памятник в честь иконы Богоматери всех скорбящих радость», построен на месте трагической гибели детского сада 16 мая 1972 года. Вот мы с вами и узнали еще об одной страшной трагедии, произошедшей, скорее всего, из-за халатности и невнимательности. Подписывайтесь, делитесь этим видео с друзьями, помогайте в развитии канала. А с вами был Техно 2, всего вам доброго, берегите себя, увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале.